Подпольный пункт обмена валюты ликвидирован в Бельцах. Контора находилась в одной из квартир. По данным следствия, здесь обслуживали только постоянных клиентов или тех, кто пришел по рекомендации. Большинство учредителей или администраторы фирм, которые занимались контрабандой зерновых в Румынию и Украину. Установлено, что точка работала с ноября прошлого года. Полицейские изъяли 2 миллиона леев. По делу проходят двое подозреваемых.